когда прижимали солдаты когтями к земле и уже не могли оторваться, всегда находился в такое мгновенье один безымянный, сумевший подняться. Правдива грядущая гордая повесть, она подтвердит, не прекрасив немало. Один поднимался, но был он как совесть, и всех за такими из земли поднимала. Не все имена поколения запомнят, но в тот иступленный, клокочущий полдень безусый мальчишка, гвардеец и школьник поднялся и цепи штурмующих поднял. Он знал, что такое Воронья гора. Он встал и шепнул, а не крикнул: «Пора!» Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся. Он звал и хрипел, и карабкался в гору. Он первым взлетел на нее, обернулся и ахнул, увидев открывшийся город. И, может быть, самый счастливый на свете, всей жизнью в тот миг торжествуя победу, он смерти мгновенной своей не заметил, ни страху, ни боли ее не изведал. Он падал лицом к Ленинграду, он падал. А город стремительно мчался навстречу. Впервые за долгие годы снаряды на улице к нам не ложились тот вечер. И звезды мерцали, как в детстве отрадно, над городом темным, уставшим от бедствий. «Как тихо сегодня у нас в Ленинграде», — сказала сестра, и уснула, как в детстве. «Как тихо», — подумала мать, — вздохнула. Так вольно давно никому не вздыхалось. Но сердце, привыкшее к смертному гулу, забытой земной тишины, испугалось.